Всем привет, с вами Наталья Мапола, и сегодня у меня распаковка бусин из Китая. И вот первое, чем хочу вам похвастаться, это вот такие бусины замечательные, хрустальные, рандели, 4 на 6 миллиметра. Я постоянно заказываю одного и того же поставщика, Изивака. Огромное спасибо магазину этому, все упаковано, все пришло. Единственное, что, долговато немножко идет от него посылочки. Хотелось бы, конечно, быстрее получать свои прекрасные бусинки. Это такой графитово-серебристый цвет. Сейчас покажу. Он всегда упаковывает этот поставщик вот в такие маленькие пакетики на липучках. В реале смотрятся бусины просто восхитительно. Вот такие вот чудесные, замечательные бусинки. Мне не хватило, я их докупила. Будем делать с вами колье. Следующий мой заказ, это в огромном количестве, я нагребла просто. Вот такие бусины перламутровые под жемчуг. Но это, конечно, пластик, это не стекло, это пластик. Но очень классного качества бусинки. Это у меня 4 миллиметра. Два пакета, здесь сколько штук? Я не помню, сколько здесь штук. Не вижу, где написано. В общем, ссылки я оставлю под этим видео. Вы сможете заказать для себя такие же. Вот такие жемчужные, белоснежные. Очень классные. Это 8 миллиметров. И вот такие. Это, по-моему, 6. Да, это 6 миллиметров. Качество классное. Я уже проверила, посмотрела. В общем, я очень довольна. Бусинки хорошие. Следующий мой заказ. Я в этом магазине тоже беру очень часто и очень много. Это называется он Куиджи. Тоже я нагребла здесь очень много бусин. Бусинки. Нет, скорее 3. Это у меня 3 миллиметра бусинки. Жемчужные. Белые и жемчужные слоновые кости. Очень красиво смотрятся. Вы знаете, вживую превосходно смотрятся. Здесь мне качество нравится немножечко больше, чем в предыдущих бусинках. Ну, чисто визуально. Аккуратнее отверстия здесь я смотрю. А может быть одинаковые. Может быть я придираюсь уже. Ну, чисто визуально, да, опять же. Будем плести с вами, проверим. Вот такие два огромных, по два каждого цвета огромные пакеты. Мне что здесь нравится, вот эта фирма Куиджи, магазин, этот поставщик, упаковывает очень классно в такие пакетики, которые запаяны по периметру, и такие они достаточно прочные, и очень классно смотрятся. Это 10 миллиметров бусинки, эти 6 миллиметров бусинки, это тоже 6 миллиметров. И это 6 миллиметров. И все это одной фирмы. В общем, если брать, я считаю, значит брать оптом побольше. Будем с вами плести жемчужные воротники. Возможно, броши с зажимы для платочков. Возможно, ажурные жгуты из этих бусин плести. Ну и, конечно же, вот эти крупные я взяла. Мы будем с вами делать роскошное колье. Так что запасайтесь. Ссылочку я оставлю на все товары под этим видео. Ну и еще заказывала вот такое замечательное платье. Оно в упаковке, раскрывать я не буду. Если кому надо интересно, ну я просто покажу вам. На себе, я имею в виду, показывать не буду. Не хочется, у меня нет настроения сегодня. Вот такой бархат или что-то типа, или плюш. Вот, оно очень хорошо тянется. Тянется. Очень аккуратно пошито. Я уже его просмотрела. Очень классного качества. Рекомендую к покупке. Оно такое мягенькое, мягенькое. Очень на ощупь. И цвет мой любимый. Вы помните, кофточку заказывала такого же нежно-розового цвета. И теперь вот это платье пришло. Очень довольна. Качество хорошее. Упаковка хорошая была. Хороший отзывчивый продавец. Я с ним списывалась по поводу размера, какой мне брать. Поскольку я высокая ростом. У меня 1,75 м. И я по размерной сетке не могла определиться рост, чтобы был нормальный. В общем, продавец общительный, все мне порекомендовал как нужно. Все подошло, все замечательно, платье село. Может быть, когда-то покажусь вам в нем.
вы сможете оценить, или фотки сделаем. На этом все. Такой маленький обзор у меня. Все, всем пока, всех люблю.